Лаура позвонила и чувственно спросила: «Ты, доджик, сильно занят? Сегодня я одна. Мой гренадер на даче, подобно старой кляче, закапывает в землю тоску и семена». Лаура баба в теле, нет, правда, в самом деле, ни спереди, ни сзади, ни складки, ни прыща. А этот член в отставке сажает хрен в канавке. Ну как тут отказаться? Другой откучит, да. И были свечи речи, маслины в винегрете, был head and shoulders в ванне и танец живота. Оргазм на покрывале, подсказки тети Вали, под карканье каркуши, мяуканье кота. Все было в этот вечер, шампанское под крекер, и гренадер на даче почувствовал испуг. А вдруг его Лауру используют как дуру, а он тут тычет в грядки морковку, свеклу, лук. И нас застали в позе, что надобность в вопросе сама собой отпала и стаяла как дым. Он впал как будто в кому, прошелся по балкону, потом чего-то вспомнил, куда-то позвонил. И через 3 недели мы вместе переели. Он выкупил квартиру мне ниже этажом. На дачу уезжая, заходит выпить чая и деньги оставляет с сочувственным кивком. Да, тот же похудели и кожей посерели. Мне будет грустно очень, коль с вами вдруг да что. А может быть, на дачу огурчики почачу. Хотя да-да, Лаура, а мало ли чего.